движение справа. Это мой ратуша. Двигаемся на следующую точечку. Следующая точка — это город Бамберг. Там классная ратуша на острове. 52 километра осталось. По чуть-чуть дорога ускоряется. Было 80, уже 100. Сейчас будет скоро неограниченная скорость. Ну, погнали. Погодка опять немного лучше. 15 градусов тепла. Вау, открывается ратуша слева. Сейчас вам ее покажу. Пока посмотрим на какие-то чудо-сооружения справа. Высокая вода, все шумит. И вот посмотрите на чудо-ратушу. Немножечко не влазит, но есть представление, что это. Ратуша построена на искусственном острове. Как бы по центру реки. Немножко смотровой площадкой тут они намудрили. Как-то плохо очень видно. Иду сейчас на этот мостик, обойду. Популярно в Европе вот такие карты города. Не знаю, для слепых или... Так, идемте, а то дождь начинается. Обошел я улочку. Появились туристы. Может, местная, все-таки суббота. Идет дождь. У меня фотоаппарат влагозащитный. Проверим, надолго ли. Вот я обошел, как раз зашел уже фактически на территорию самой ратуши. Вот на мосту напротив я только что был. Там самая лучшая смотровая площадка на ратушу города Бамберг. Красивенький городок над рекой, смотрите. Сейчас туда подъеду. Тут дождь начался, нужно идти к машине. Вот такой старый город Бамберг с такими разноцветными домиками. Красиво. Такая набережная интересная. В этом месте совсем нету туристов. Открывается очень милый вид. Все туристы вот там справа на мосту. И такой город из прошлого. Очень красиво. Опять дождь пошел.
Вот эти дома напротив, такое чувство, как я попал там 200 лет назад. Вот такая открылась ратуша Бамберга. Причем вверху непонятно, ли ее реконструируют, или какой-то мост сделали. Да не, реконструкция идет. Иду к машинке. Извините за дыхание, нужно было спешить. Заканчивается время парковки машины. Не хотелось на штраф попасть. Продлил парковку на часик. Иду перекушу. Тут был ресторанчик какой-то, как бы в Германии цены. Ну, то, что мы заходили, относительно похожи. Там в целом от 10 до 18 евро блюдо. Все зависит там от самого блюда. Какие-то стейки дороже. Заказал я мясо с соусом из хрена. Это одно из самых вкусных блюд, что я кушал в своей жизни. Соус из хрена — это нечто с нежным мясом. Ну что, друзья, я покушал пиво плюс еда на 18 евро. Тут как бы стандарт почти по всей стране. Или 3 евро где-то какой-то гамбургер, бутерброд. Или от 12 до 16 основное блюдо в ресторане, кафе. Ну, у меня был как ресторан такой, традиционная их какая-то таверна, пивнушка. Стоит мерсик, мокнет, погнали. Проехал я 110 километров дождливой, очень дождливой, туманной, хмурной дороги. Приехал я в свой отель, отель Фалтер. Возле отеля какая-то пивоварня вроде как стоит. Иду поселяюсь. Вот такой милый ресторанчик внизу в отеле. В каком-то, я бы сказал, даже ретро стиле. Новогодние гирлянды еще висят очень красиво. Заказала себе на ужин закрученную свинину, капусте, какой-то такой интересный рольчик, пиво. Подходит к завершению эта серия. Спасибо, что досмотрели до конца. Кто не подписался, подписывайтесь. И до новых видео.